Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы сидим в прицепе, на улице бушует вьюга. В прошлый раз, по-моему, бушевало, по крайней мере. И сейчас бушует, ладно. Короче говоря, у нас с вами сегодня по плану, я так запланировал. Давайте немножко, наверное, храпнем часик, может пройдет за это время. А мы сейчас с вами пойдем искать... Что-то не проходит, нихера. Пойдем искать ту охотничью будку высокую. Че, так и не кончилось, нихера, что ли? Да ты издеваешься, ты сколько когда кончишься-то, алло? Пойдемте лутанем, толчки попробуем, если можно. Пока что пусть метет, ничего страшного. Не сметет нас, наверное, до конца-то. А, ты не открываешься, бляха-муха. И ты не открываешься, да? Блин, вот это плохо, что у нас тут? Все вообще печально, все метет, все хлещет. Пойдемте вон от того домика прогуляемся, может там что-нибудь есть полезного. Если что, обратно в будку забежим и переждем все-таки эту метель как-нибудь. Здесь же есть какие-то газовые баллоны, это газ. Че это? Ой, а тут печка есть. Вообще хорош. Бляха-муха. Ой, успел, успел, я не могу, когда ко мне волк подходит, меня аж всего изнутри прям хлещет. Блин, ну мы взяли хотя бы себе дрова, ладно, но там больше ничего полезного нет. Там есть печка, почему печка не стоит внутри? Что за херня? Так, осталось около часов дневного времени, он пока не понимает сколько. Ну правильно, в такую метель ты хер поймешь. Она хлещет и хлещет, хлещет и хлещет. Что делать, я не знаю, надо как-то ждать. Надо пережидать, давайте еще поспим. Ну на верхней кровати поспим, 3 часика. Как раз и волчара от нас отстанет, и метель, возможно, закончится. А может быть и нет. Во! 5 часов дневного времени. 4. И я слышу, что у нас закончился весь этот беспредел. Так, напей. Жрать-то особо и нечего у нас, по-моему, уже. Так, по еде. А, нет, говядина есть, нормально. Давай жрём говядины. Осталось сколько там? 4 часа, тепло, легкий голод, ничего страшного. Давай на выход и пойдем искать все-таки эту охотничью будку. Есть, конечно, вариант еще сбегать туда к рельсам, где волк сожрал оленя. И может быть там что-то полезного будет, но пока что не туда. Пока что пойдемте искать все-таки нашу охотничью будку. Если судить по этим дровам, по этим вырубкам, то она находится где-то рядом. Так, температура минус 10, по ощущениям минус 12, нормально. Главное, опять-таки, не нарваться на волка. Они прям, суки, чуют, где я нахожусь, и прям ко мне постоянно идут. Ты почему так медленно идешь? Из-за ветра или что? Судя по всему, да. Так, ну ладно, запомним, короче, эту дорогу. Если что, вернемся в эти будки. У нас осталось очень мало времени до ночи. И это время надо как-то потратить с пользой и найти. Сука, я прям слышу волка. И найти, короче, где... перекантоваться следующую ночь, потому что она станет совсем скоро. Метель застала нас врасплох, прям вообще внезапно и не нужно. Потому что мы большую часть времени с вами просидели в будке, прячась от этих гребаных ветров. Оленю он насрать. Олень стоит, ему не холодно. У него шкура теплая, конечно. Мне бы его шкура не помешала тоже, кстати говоря. Я бы на себя ее примерил. И было бы немножко потеплее. Если мы идем куда-то, значит мы куда-то придем. Логичнее этого выражения я еще не слышал. Мы сейчас куда-нибудь придем, и я хочу, чтобы это куда-то было в районе. Сука, там волк впереди, нет? Да, волк вон, падла. Так, наверх. Я там ничего не вижу. К волкам я тоже не хочу. Это ты против ветра так идешь очень плохо, да? Да, смотри, тут против ветра тяжело ходить, вот те раз. Так, что же делать с волком-то? Надо как-то обойти его, что ли? Конечно, по ответственным склонам шататься-то это не вообще не вариант. Нехорошо это, тяжело это, и можно что-то себе повредить. Потом придется по-любому спать. Че, так, прохладно пока, нормально все. Ну, меня ветер, наверное, подкидывает маленько в гору, поэтому идти попроще. Главное, что он не оттуда дует. В ту сторону сейчас идти смысла нет, потому что мы туда пройдем 1,5 часа. Он туда еле идет. Возможно, мы сейчас куда-нибудь придем. Хочу попасть в эту охотничью будку. Там уютно, там хорошо, там много припасов. Там вообще прикольно. И там бы вот ночь переночевать было бы прям замечательно. Ну нет, так нет.
сколько? 4 часа. 4 часа это неплохо. За 4 часа можно обойти, наверное, здесь много чего и найти много чего. Сука, где ты? Где ты храпишь, падла? Я слышу тебя. Волк, где-то волк что-то ходит. Я тебе серьезно говорю, я прям слышу его. Где-то челюстями своими щелкает, скотина такая. Идет, прикинь, идет за мной по пятам, за добычей, за своей идет. Ну ты, сука, мохнатая тварь, я не твоя добыча, забудь обо мне. У меня есть нож, я тебе вспорю пузо, к херам все. Ладно, тихо. Так, прохладно ему, прохладно. Ну ветер начинает завывать, нихера себе, конечно, прохладно. О, стих. Отлично. Сраные вороны. Где же будка-то охотничья, я не пойму. Ты давай так быстро, не разбегайся, а то сломаешь себе что-нибудь то. Так, хорошо, здесь у нас защита от ветра есть. Правда, небольшая, ненадолго. Блин, я опять, походу, к этому озеру уйду, да? Озеро это не есть, хорошо. Блин, заметить бы ее где-нибудь наверху, эту будку. Я же помню, где это была. Там был какой-то забор. Когда мы поднимались к ней, там был забор. Замороженный ручей. Вот, мы где-то рядом. Подожди, замороженный ручей. Да-да-да. Мы прям где-то рядом с этой херней. Ну, кстати, на этом замороженном ручье там были какие-то пару будок. И где-то рядом с этим замороженным ручьем есть озеро. И опять-таки наша канадская херня, около которой и в которой мы сможем заночевать. Так, 3 часа, это уже плохо. 3 часа, место назначения нашего пока не видно. Вот она! Отлично, вот она, вот она, вот она. Осталось понять, куда забраться. Все, хорошо, вон там вижу заборчик. Вон там, знаете, где-то будка стоит охотничья. Сейчас мы туда надвинемся. Просто прям прямым путем, не знаю как-нибудь заберемся. Надо, туда просто обязательно надо попасть. За эти 3 часа как угодно, но надо до тут добраться. Мы сейчас обойдем по кругу и поймем, куда зайти. Сейчас чувачка немного облутаем, ему все равно уже не надо. Ой, хорошая лыжная шапка. Так, а у тебя есть шапка? Одежда. Че, у тебя и шапки нет? Красава, че. Теперь будет. Не было шапки, теперь будет. Поздравляю тебя, чувак, с обновкой. Проставляешься сегодня за нее. Так, олени куда-то бегут, надеюсь, не от меня. Точнее, надеюсь, от меня, потому что если это будут волки, будет херово. Так, что-то вижу. Вижу указатель какой-то. Значит, вон там, наверное, находится вход в эту будку. Что там, 3 часа, нормально все. Пока терпим. В принципе, если мы сейчас найдем правильную дорогу и пойдем сразу в эту охотничью будку, то нам даже не надо будет нигде греться по дороге, потому что 3 часа осталось. У нас там, ну, чуть-чуть поменьше половинки, этого хватит. Эх, ты смотри, какие просто кругом приключения. Невозможно здесь вздохнуть. Спокойно, постоянно что-то тебя гнетет. То мороз, то холод, то, сука, волки. То еще гниды какие-то. Правда, пока больше других гнид я никаких не видел. Надо как-нибудь забраться туда наверх. Где-то здесь должна быть дорога, украшенная заборчиком небольшим деревянным, который не позволит нам от ветра нахер просто упасть куда-нибудь. Где-то она здесь, где-то тут, а я прям чую, прям... Вот она где-то, эта дорожка, я прям чую, она где-то здесь. Да-да-да, вот она, сейчас найдем. Вот она, ха-ха-ха, ты видишь, вон сверху, вон будочка. Ну все, сученька, ты попалась. Ты попалась, мой радиус обзора, значит, я тебя найду. А, блин, как-то, сука, почему? Куда? Так, спокойно. Тихо-тихо, не ломаемся. Ага. Так, это тот проход, да? Да, это он. Отлично, что-то у нас... Все пока хорошо, все нормально. Так, ну смотри, примерно я уже понимаю, да? То есть где-то... Ну да, значит, правильно идем. Где-то левее от этой будки, левее и назад находятся эти вагончики. Где-то туда чуть подальше от вагончиков, туда же в левую сторону находится это озеро. Сейчас мы в этой будке заночуем и пойдем тогда. Кстати, надо сходить туда по этому ручью, сходить надо по-любому, потому что там должны, наверное, валяться олени. В прошлый раз мы там оленей дохлых находили. Надо как-то у них подрезать шкуру и по этой шкуре сделать себе пару шмоток, наверное, утепленных. Хоть как-то это нам поможет справиться, наверное. Здесь должен валяться рюкзак, если я ничего не помню. Да, он валяется. Но я так понимаю, здесь не рандомность возникновения мира.
Это на самом деле с одной стороны хорошо, а с другой не очень. Иди сюда. Главное, что мы нашли нашу охотничью будку. Это просто основной. Мы вернулись. Вернулись к истокам с тобой, представляешь? Пришли. Пришли практически, что там, нормально все. Никакого смертельного холода, успеем. Успеем отогреться и заночевать. Мы как раз придем туда к ночи. Нет, 3 часа осталось. Так, все, 100% осталось. 100% для того, чтобы добраться быстрее до этого сраного здания. Но оно уже близко, оно уже рядом. Я прям знаю, понимаю. Бегать я не буду. Бегать я не побегу, потому что что-нибудь сломается. Нахер это надо? Лечи потом. Трать пласты эти, аптечки. Не надо, но нам лучше спокойно дойдем. Нам хватит этих 99%. Нам еще 99% хватит, чтобы добраться обратно до тех вагонов, если уж на то пошло. Поэтому особо паниковать, торопиться я сейчас не буду. Можно пока посмотреть на закат. У нас же тут закат, да? Нормально, так смотри, закатывает. Надо встать повыше на будку и с нее что-нибудь на превьюшку там придумать. Потому что превьюшка нужна. Там, кстати, и печка вроде как. Да, там печка есть, это вообще хорошо. И ветер кончился. Все, дом лесника. Вот так вот где-то, да? А, хорош, смотри. Уберись, пожалуйста, надпись «Дом лесника», я зафоткаю это все на превьюшку. Ха-ха, какая-то 12-11 минута, нормально, пошли. Вот так-то. Вот так-то стало уже хорошо. Волк туда вряд ли заберется. Он, наверное, не додумается до сюда дойти. Кто-то вот, чувак, не дошел совсем чуть-чуть. Не был он таким расторопным, как я. Да, чувачела? Ха-ха. Обычная зимняя куртка защиты от ветра с синтетическим дополнителем подходит для катания на лыжах. Катание на лыжах — это хорошо, значит, можно ее переодеть, и в ней будет потеплее. Я не знаю, зачем здесь нужны перья ворон, но, наверное, для чего-то нужны. Если бы они были не нужны, они бы тут не валялись. Так, ладненько. Шишки, ёлки. Чего? А, у тебя перегрузочка. Ну, мы сейчас с тобой сожрем половину, не волнуйся. Ты, главное, не паникуй, отец. Не паникуй, не паникуй, и все будет хорошо. Сейчас сбросим пару килограмм, сожрем что-нибудь, выпьем что-нибудь, поспим, пожрем, опять попьем, пожрем, и все будет замечательно. Так, по кругу сейчас быстренько шлифанем, тут нет ничего. Окей, где вход-то? А вот и он. Ладно, закрывайся. Да ладно, что-то холоднее, нормально все. Корм для собак. Я помню, мы все это осмотрели, читали, поэтому я по второму разу это все не читаю. Это мы все, нам известно, что там где находится. Так, повязка. Здесь, по-моему, предметы все одни и те же, да? Патрон для ружья. 5 патронов. Набор для шитья. Блин, а где же само ружье-то? Само ружье, да, нам надо сходить туда по этому ручью, туда куда-то сходить. Армейский кирп, современный сухой паек, отменного качества, ничем не хуже обычной еды. Ух, нихера, 1750 калорий прибавляет. Огонь. Хорошая такая хернюшка, вообще полезная. Че, ничего больше тут нет? По-моему, что-то наверху еще валялось. Или это не тут было? Че тут у нас? Температура воздуха минус 5. Ну ладно, проживем. А здесь, кстати, это, по-моему, одно из немногих зданий, или, по-моему, единственное, которое я пока видел, где можно будет посмотреть наружу, так сказать. Потому что везде, в остальных местах, эти все полностью закрыты. Че у нас там? 2 часа дневного времени. Ну, сейчас смысла никуда рвать нет. Можно, в принципе, пока выйти на улицу. Отстань. Можно выйти на улицу, посмотреть, так сказать, на высоты, на красоты. Как-то что-то надо на превьюшку захерачить. Во! Нормально. Вот такой вот будет превьюшка. С закатом. С лесом и с закатом. Даже как-то вот так, наверное. Или вот так. Вот. Вот. Вот он, идеальный кадр. Прям если бы я был фотограф, я бы сказал: мать твою, какая охуенная перспектива. И все. Так, 14 минут, ладно, забудем про это. Давайте что-нибудь насытимся, я не знаю, или что-нибудь типа того. А, затопим печку первым делом. Печь для дров. 52% шанс на успех. Мне кажется, у нас все получится, поэтому давай. Ну, если уж мы на земле, на холодном снегу, просто взяли и зажгли себе костер, то уж в печке-то без ветра-то здесь он явно, наверное, загорится. Что ты, сука, делаешь такое, собака такая, а? Не уж не удалось, прикинь. Керосинка. Блин. Да, в принципе,
Я не хочу тратить керосин, потому что его надо ставить, знаешь, на такой случай, когда ну просто прям вот обязательно надо разжечь. Прям вот как хочешь, сука, оно должно загореться, потому что если не загорится, подохнешь. А сейчас не тот случай, сейчас нам тепло, сейчас нам более-менее комфортно, хорошо. Поэтому смысла тратить керосинку я не вижу. Она и так разгорится со второго раза, с третьего, ничего страшного, оно разгорится. Вот, пожалуйста, второго раза она разгорелась, навык вырос до 53. Огонь! Значит, теперь чего? Воду. Давайте потопим снега себе, потому что у нас очень мало. А. 5 литров. Давай топи. Ой, печка... А-а-а-а! Ты ж дурак какой! Печка погасла! Сука! Бляха, ну ты твою же ж, ну... Вот невнимательность, прикинь, невнимательность и нерассудительность. Мы взяли и просрали только что загоревшуюся удачно у нас печку. Сейчас она опять скажет, я не буду гореть. Хотя у меня навык-то возрос до 53, что это ты не будешь гореть? Значит, надо разжечь 50 костров, чтобы навык заведения огня до сотки догнать. Это получается практически... Сука! Практически 100% будет херобора, да? Прожиганию, на. Гори давай, хорош уже. Давай, пожалуйста, без керосинки разжигайся. 50%, ну, каждый второй, получается, рожек должен быть удачным. У нас до этого был первый неудачный, второй удачный, третий неудачный. Сейчас. Удиви меня, пожалуйста. Да не, горит, 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 по-любому. Ну, давай, 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 давай. Ха-ха, давай, вот. Хорош. Красава. Осталось, короче, полента подкинуть. А то мы что-то лоханулись маленько. Так, древесина, кедровые дрова. Давай добавлю. Вот, 1:22, еще одну древесинку, опа, 52. Значит, теперь дальше. Топим снег. Время улетает. Нет, 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 нет. Хорош, хорош. Успелось. Кедровые дрова, на. Отлично. Так, палка, на. Полена пока нет. Так, древесина. На и на. Пусть пока горит. А мы тем временем будем кипятить. 6,5 литров воды. Скипятиться сколько это надо для этого времени? Давайте по 3, по 2,5 будем. А, ну в принципе она довольно быстро кипятится. Костер в это время даже не горит. Отлично. Хорошо, так, еще давай 2,5 схерачим. И у нас будет очень много питьевой воды. Это очень самое полезное. Вокруг столько снега, а пить нечего. Как это нечего-то? Так, ну чё? Темно. Чё-нибудь поджечь бы? Да ладно, хотя печка нормально горит. Чё у тебя? Жуткая жажда, жуткий голод, да? Жуткая жажда, значит, на попей пока что. 6,90 литра, неплохо. Ой, а сколько у меня, смотри-ка, перебор по весу огромный просто. Нет, надо было не воду пить, надо было пить это говно. Так, консервы надо, наверное, сварить, пожрать. Варить, наверное, полезнее, чем просто так их херачить, потому что вареные-то они пополезнее будут. И может какую-нибудь опять херню какую-нибудь подцепишь с этих невареных. Так, томатный суп, травяной чай. Томатный суп 57%, который. Окей. Томатный суп, который 57%. Его мы сейчас жахнем. Так, вот этот, да? Есть, да. Что, не нажрался еще? Да хорош, сколько можно жрать? Давайте весь томатный суп, короче, захерачим себе. Так, еще один, разогревай. Нам, кстати, надо будет куда-то вернуться. Примерно на то место, где у нас была канадская база. Потому что там есть, этот, как его, тиски. Я не знаю пока, что мне нужен, какой инструмент, чтобы все это починить. Но у меня... предмет, наверное, изнашивается. Я открываю, что-то делаю, открываю, делаю. Рублю, открываю, делаю. Их надо, наверное, и чинить. Так, давай еще жри. На. На. Так, это что? Свинина с фасолью. 600 калорий, хорош. Вот его надо тоже подогреть один. 86% сейчас подогреем себе. Так, во-первых, на-ка. Грей, открывай.
Ну, мне, в принципе, неплохо так здесь уже, да, обжились хорошо, вроде не помираем, знаем, что делать. Осталось только найти какое-нибудь оружие, чтобы хотя бы немножечко быть готовым к волкам, потому что сейчас я к волкам совершенно не готов, если честно. Они ведь нападут, а я все ни того, ни этого. Так, 86% вот это, поехали. О, обожрался, наверное, весь. Точно. Так, мне тепло, это хорошо. Осталось 8 часов ночного времени. Ладно. А что здоровье такое маленькое? Это типа от того, что я не спал? Сколько будешь гореть-то еще? 58 минут. Так, давайте еще дровишек подбросим сюда. Потом нарубим, если что. Назад. А, кстати, можно сейчас порубить, в конце-то концов. Пока у нас есть энергия, пока идет ночь, спать мы все равно долго не будем. Мы сейчас это все соберем себе. Вот это тоже сейчас все поломаем. И ляжем спать. Спокойно проспим эту ночь и пойдем искать оружие какое-нибудь. Стол, давай. Сука, печка погасла. Ну твою ж мать. Так, че у тебя? Устал, голод. Опять ты голодный, вот ты жрать. Так, голодный. На, попей вот это говно. От этого надо от всего избавляться. Слишком много лишнего веса. Че, нет еще? Нет, легкий голод. Че ты пожрешь-то? Армейский. Нет, это слишком, слишком жирновато для тебя будет. Поешь вот лучше консервов. Холодных жри, насрать вообще. Главное, не отравись, собака. Все нормально. Так, ну теперь, в принципе, можно и поспать. Сколько там? 5 часов. Давайте 5 часов поспим. Давай. Вот эта ночь вообще хорошая. Прям замечательная, да? Спокойно, пришли, сделали все свои дела, поспали, пожрали, попили, светло, замечательно, хорошо, красиво, тепло, хочется пить. Так попей, нам мне же не жалко, пей. Сейчас бы кофейку еще, конечно, втащить. Вот это на попей. Я надеюсь, водой-то он не может отравиться. То ведь мало ли, что так жажда нет, сытость нормальная. Вот по весу, конечно, перебор. По весу прям вообще перебор. А с чего перебор? С древесины перебор. С древесины очень большой, походу, дело перебор. С поленьев перебор. Ну, в принципе, давай. А давайте древесину я выкину. И все равно, ты смотри какая, а. А чё ж так много весит-то, я не пойму. Одежда вроде не... А что такое? А, обычная... Зимняя куртка. На ткань. Давай. Она же тоже, наверное, что-то весит. 32 килограмма. Надо, наверное, что-то выбросить. Что ты хочешь-то? Сытость? Пожрать еще хочешь? Не, жрать я тебе пока не дам. Пошел-ка ты нахер. Здесь ничего лишнего нет. Здесь три топлива у меня. Здесь тоже особо много ничего не весит-то. Что-то вот отсюда столько жрет всего веса у меня получается. 4 килограмма. Это интересно, за оба или за один? Книга. Так, ну смотри, получается либо 2 килограмма выкини. А, ну да. Это вместо дров. Так, ну еще все равно перебор. Перья я тоже что-то не особо понимаю, для чего. Я не знаю, что такое. Сухой плод Тимофеевки луговой. Как труд. Маляха. 28 килограмм. У меня что-то реально выбросить-то нечего вообще. Швейный набор. Я, наверное, не буду выбрасывать, потому что он пригодится. Спальный мешок, факел, херакел. Что же выбросить-то? Воды можешь маленько выбросить? Ну вот. Вот так будет нормально. А куда я все? Во! Здесь типа будет мое это. Схрон мой будет. Хранилище мое. Че у нас там? 13 часов дневного времени. Все хорошо. Не голоден, не жажден. Все отлично. Все тут осмотрели. Ну пойдемте, че? Блин, так неохота выходить. Там холодно так. Ой, тут мороз такой. -29. Температура воздуха -30. Прощайте. Я буду жить здесь.
А что делать? Я не знаю, что делать. Там слишком холодно. Можно еще поспать часик. Может, потеплеет маленько. Но это, наверное, самое утро. Поэтому там такой мороз жесткий. Сейчас немножко мы еще проспим, может быть, потеплеет. Минус 30 — это вообще не вариант выходить куда-то. Представляешь, минус 30. Сколько сейчас? Минус 26. Ладно. Да нет, не ладно, он сейчас быстро замерзнет. Да похер, пошли. Ой, куда это я? Пойдемте искать ружье. Нам надо куда-то в сторону этого небольшого озерца. Там была будка, и там мы находили ружье. Значит, там оно, наверное, и есть. Хотя не вариант. В смысле, не факт. Минус 26. Нихера себе, убывает все, смотри. Прям дико убывает. Ну если что, там где-нибудь затопим. Дом лесника. Здесь где-то спуститься можно получше, нет? Нет, здесь больно высоко. У нас тут тепло убывает, прям обосраться как быстро. Тихо. О, нормалек. Сейчас где-нибудь тут спустимся нормально, и все. Я примерно теперь представляю, где это находится. Если что, мы вернемся. Хотя смысла возвращаться нет. Ну, выкинули мы там пару дровишек. Ну и что от этого такого нам случится? Все будет нормально. Вот, пожалуйста, ручей. И мы сейчас сдвинем туда, попробуем найти ружье. У нас для ружья очень дохера патронов, если уж на то пошло. И если даже парочку-троечку патронов мы потратим, ничего от этого особо такого страшного с нами не... А, там просто было очень высоко еще от этого. Там тридцаточка-то по-любому была. Ну да, ну да, ну да. Так, вот он ручей, пойдем по нему. Пойдем по нему и... Замороженный ручей. И найдем себе ружье. После того, как мы найдем ружье, мы пойдем назад через эту дорогу и попробуем найти тот железнодорожный мост, который мы видели. Ты помнишь его? Мы с тобой видели мост железнодорожный. И посмотрим там, куда он вообще ведет. Попробуем куда-нибудь прогуляться, что-нибудь найти, потому что как бы здесь вроде такой небольшой. Ну как небольшой, нихера себе небольшой. Огромный такой кружок мы уже обшастали. Нашли с вами прицепы, нашли дом лесника, нашли администрацию турбазы. Какие-то всякие сраные домики. И более-менее стало нам попроще, полегче. Холодно, конечно, но это... В этом вся соль игры. Ты либо замерзнешь, либо подохнешь с голоду. Я ни тем, ни тем заниматься сейчас не собираюсь. Вот, точно, та будка. Пойдем к ней. И, кстати, писали в комментариях, что если от нее пойти то ли влево... Вправо, походу, дела нельзя, потому что там бугры... То мы как раз-таки в это через лево найдем там нашу канадскую, так сказать, приблуду. Да что такое, волк? Или что это? А, ящик какой-то. Сука, у меня уже везде волки мерещатся. Это вообще пень. Реально везде волки мерещатся, прям кругом. А что я сделал, если они страшные, если они меня загрызут нахер? Что там у нас? Холодно, сука. Что ж поделаешь? Давай-ка. Во! Патрон для ружья, значит, где-то будет ружье. Оно здесь прям обязано просто лежать. Сука! Фух, гребаный олень. Как же ты меня пугаешь. Блин, оружия до сих пор так и нет. Печаль. Че по весу? По весу что? Нормально все повес. Холодно ему, бляха, холодно. Пойдем сюда влево. Попробуем все-таки сейчас немножко подрисовать себе этот круг до конца. Мы оттуда вышли, туда, собственно, и придем, я так понимаю. Я имею в виду эти замерзшие само озеро и канадскую там администрацию турбазы. Придется там заночевать, что ж поделаешь. Ну, вон я вижу уже какой-то дом. Это же дом, да? Все, он начинает мерзнуть. Или это не дом? Сука, это скала, бляха, это скала! Мне не нужна скала, мне нужен дом. Я хочу погреть свои ляшечки в теплом домишке. Что-то вообще все печально, короче. На горизонте нет ни одного дома. Чего у него так гремит? Я не понимаю, он ходит, но что-то гремит. Все. Сдец, как говорится. Он начал мерзнуть. Ну ничего страшного, сейчас что-нибудь найдем. Обнаружим что-нибудь. Главное не соковать. Сейчас куда-нибудь зарулим.
За рулем куда-нибудь, что-нибудь сделаем. Сколько времени? Так, ну 11 часов это еще нормально. 11 часов это еще дохера. То есть даже если мы сейчас не найдем нигде никакой дом, мы с вами отогреемся около костра, так оно и быть. А после этого мы уж все равно что-нибудь найдем. Если даже не найдем, пойдем назад к нашей дому лесника. Хотя, если честно, немного уже потерялся. Но он где-то вон там. Вон там будет эта будка, где мы должны были найти ружье, но почему-то не нашли. А от него вправо... О, отлично, оленька. Олень, хорош. Так, подожди. Давайте я разведу костер, а потом обработаем оленя. Давайте сделаем так. Что такое? Так, 56%, давай. Разжигай. Блин, я целое дрово туда выкинул, да? Если я сейчас просру дрова, это будет херово. Кстати, вот еще и такой непонятный факт или не факт. Сука, тварь, паскуда, падла. Дрова-то у нас тратится, если костер не возводится. Один из два, допустим. В прошлый раз, по-моему, тоже был один из два. То есть, если материалы тратятся при неуспешном разжигании огня, то это ничего страшного в этом нет. А если тратятся, вот это уже страшно. Но мне почему-то кажется, что не должны они тратиться. О, хорош. Разжегся. Ладненько. Сломанная туша оленя. Топорик 78. Охотничий нож. Приблизительное время 0. А. Так, ну шкура нам по-любому нужна. Шки не знаю для чего. У нас сейчас будет перебор по этим. По... Как его называют? По весу будет перебор. Ну, допустим. По весу перебор, да? Зато тепло. О, нет, не перебор, хорош. Давай сожранем. Так, во-первых, мясо ты... А можно его приготовить здесь? Сколько ты будешь гореть? Ты будешь гореть 26 минут, да? Если я буду готовить оленину сырую, сколько это будет по времени? Блин, почему не написано, сколько будет по времени? Так, ну ладно, на, добавь. 2 часа 24 минуты. Да, по идее, наверное, приготовится. Да нет, она очень быстро готовится. Нахер я вообще подбрасывал полено, получается. Так, оленина приготовлена. Давай еще вот это приготовим до кучи. Потому что уж время-то идет. Готовить надо. Пригодится. Ну, в принципе, можем все сейчас приготовить, пока отогревается все это. Давай, грей. Пусть все это будет готово и все будет хорошо. Можно еще чайку травяного нахернуть. Правильно, о чем будем сырое жрать? Мы лучше все себе готовое сделаем. И нормально будем питаться без вреда, так сказать, и безопасности практически. Своему здоровью, потому что нахер это надо. Все эти отравления, эти все гадости, вот это. Так, банка с фасолью. Ладно, чай пока останется. Давайте пожрем. Так, значит, что бы жрануть-то? 800 калорий, да? 555 калорий. А что еще мы приготовили? Свинину с фасолью? Нет, корм для собак. Вот она. 600 калорий. Давайте вот эту херну. Чё там? Легкий голод. Ну и попить что-нибудь. Травяной чай я пить не буду, потому что он расслабляет. Это нам не надо. Нам сейчас некогда расслабляться, надо идти дальше. У нас там еще дела. Так, отлично. Вот, уже хорошо. Уже замечательно. Тепло, красиво. А еще будет костер, сука, целый час гореть. Ну вот как не вовремя, а? Целый час будет гореть костер. Иди, твою мать. Блин, вообще не в тему он сейчас горит. Нахер я подбросил это полено? Такое хорошее полено было. Ладно, пойдем. Жалко, что это полено тут забрать нельзя. А сколько времени? Температура. Ой, смотри, температура вообще минус 13. Огонь, прям красота. Ха-ха, тепло, замечательно. А что это, кстати, время-то у нас уже? Давайте мы около этого костра закончим. И в следующий раз с вами, собственно, продолжим. Шкуру мы собрали, будем искать канадскую будку, чтобы попробовать приготовить себе одежду.
так сказать, сделать потеплее. Прямо вот рядом с оленем я, короче, посижу. Собрать с него нечего. Значит, около костра. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Если до встречи в следующей серии, где мы пойдем дальше либо пробовать делать одежду, либо искать тот самый мост. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.